Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что-то там Беззубик нам принес, ну-ка покажи. Древесину, да? А тут что у нас? Не знаю, ребята, какое-то яйцо крутое, которого у меня не было. Бррр, в ледяных пустошах невероятно холодно, хотя это логично, исходя из названия. Вот ты где, а я тебя повсюду ищу. Ты что, забыл? У нас сегодня свидание. Я испытывал свой летный костюм. Вот, отличная новость, он отлично работает на холоде. Ух, вот тебе и холодный прием, Мэйкинг. Только не говори, что я тебя не предупреждал. Моя дорогая Астрид, я не помешаю твоей тренировке? О, привет, Валка. Нет, не помешаешь. Я тут просто немного выпускаю пар. Заметно. Тренировочному манекену здорово досталось. Это как-то связано с Икингом? Где он, кстати? Опять улетел на поиски свои, конечно же. Вроде в Ледниковую долину. Если верить карте, в Ледниковой долине можно найти громилёдов. Вперед! Громилёдов. Мы, кстати, с тобой громилёда уже нашли. Он у нас есть. Но, видишь, нужно выполнить задание. Так, ну что, ребят, забираем здесь 15 рун. Ну, как ты можешь понять, то событие у нас закончилось, да? Которое было за стеклянные колбы со светлячками. И, соответственно, я с утречка подсуетился. Я купил, ребята, двух себе новых драконов, которые продавались за склянки. Так, где бы мне их вам показать? Это, наверное, надо показывать. Да что ты, можешь закрыть эту штуку? Так, ладно, давай мы вначале все это сделаем, чтобы оно нас уже не отвлекало. А потом я тебе покажу, кого я взял. Ну, я думаю, ты уже догадываешься, наверное. Так, этого мы отправляем на поиски. Так, секунду, что у нас тут? Тут все спокойно. Так, здесь тоже забираем. И отправляем опять же на поиски. Так, у тебя там есть что-нибудь по обмену? Так, отказываемся. Меняем лопатку. И, в принципе, все. Больше у меня ничего нету. Так, эти у меня надыбали ресурсы. Так, мы забираем с тобой и отправляем их. Пускай летает, пускай ищут. Громобой, ты что там затихарился? Типа я тебя не вижу, да? Эх ты, жук ты мелкий. Так, отправляем дальше. Здесь у нас что? Нет. Лети-ка ты за железом. Лети-ка ты за железом. Так, Громоль, ты что сопротивляешься? Не могу понять. Я его отправляю, а он не хочет. Древоруб вперед. Этот тоже вперед. Так, ну что, Сарделька, давай показывай, что ты там мне принес. А ничего. Он только, ребят, получил задание. Так, а Кривоклык достает нам один топорик. Окей, позаботься о яйце и бесплатно. И Громгильда, общий враг, бесплатно. Как-то вот так вот мы с тобой сделаем. Ну что, вроде бы здесь все сделали, да? Хотя, подожди, ну да, здесь все активно, здесь активно. Так, громобой. Отправляем. Так, а здесь-то у нас что-то не то, ребят. Подожди, почему расширить академию? Неужели так долго они обучаются? Ну, ты представляешь, да? Я на работе отработал 12 часов, а было это дело с утра. Заправлено все. И они до сих пор еще обучаются. Сколько же там по времени-то у них уходит? Ох, ничего себе. Это там по несколько суток, что ли, выходит? Серьезные у них тренировочки, конечно. Так, дай-ка я, наверное, камеру как-то приблизить. Что-то не приближается. А, во. Здесь у нас, друзья мои, ну, этих вы видели, да? Этих вы видели. Драконов я имею в виду. Так, новые где-то здесь, я их выставлял. Ну, вот, позабыл, где именно, в каком направлении. Так, ладно. Мы найдем их сейчас немножко по-другому. Откроем вначале с тобой пак бесплатный. Монета Удина получаем. И Громобой, Громыль, Вострозуб.
Ну и как обычно ресурсы, да? Окей. Так, здесь мы с тобой забираем за выполненные задания. Кстати, листья дают. А я что-то не видел события по листьям. Сейчас глянем, друзья мои, что за события по листьям у нас. Это осенний, да, у нас получается ивент. Как раз у нас с тобой освобождается место под паки. Значит, можно сегодня сходить и набить себе 3 пака. Я, пожалуй, так и поступлю. Дай-ка я гляну, что за ивент. Вот, ребята, листочек. Премиум, яркий ужас. 8000 листьев нужно за месяц нам получить, если мы хотим с тобой премиум дракона. А я, естественно, хочу, но вот не знаю, получится у меня. Если бы у меня был бы премиум аккаунт, друзья мои, естественно, естественно, все было бы намного проще, потому что там награды больше, шикарней. И задания ты начинаешь раньше, чем остальные. То есть, как бы, у тебя преимущество, причем офигенное. Это касается всего, вплоть крутить рулетку, получение ресурсов и так далее, так далее, так далее. Так, ну что, пора посмотреть, какие у меня новые, ребята, драконы, да? Мы с тобой заходим. Не в академку же я должен заходить. Так, секунду, где? По-моему, в академке тоже можно. Нет, не в академке, а вот, в ангаре. Через ангар, по-моему, можно все посмотреть. Так, Вострозуб нам не нужен. Они, по идее, самые маленькие, должны быть в самом низу, да? По-моему, так это идет у них все. Или же я ошибаюсь? Так, это кто у нас? Это Кревет-дикарь. Слушай, я даже и не знал, что у меня есть Кревет-дикарь, прикинь. Древоруб-дикарь. Угу. А Древоруб-дикарь у нас, по-моему, есть, да? Так, это аллергический архичих. Очень много, конечно, крутых всяких, друзья мои, у нас драконов. Но меня интересует, так, морекрылка, пылевой буян. Так, ночная жуть, это мы видели, это мы все с тобой видели. Так, а у меня еще и сладкожал есть уникальный. Опачки. А можно посмотреть, что он делает? А, он железо не может добывать, к сожалению. Хотя уникальный. Так, а эти? Остер и Дик. Эксклюзивы. Тоже не могут, к сожалению, добывать металл. Так, а ты? Пещерный скалотряс. Вот, он, кстати, может добывать железо, друзья мои. Есть смысл его начать качать? Ну, естественно, рваться за всеми тоже нет смысла, потому что, ну, не успеешь. Ты просто-напросто их всех прокачать. Слушай, что-то я не могу увидеть. Лобба. Сбор недоступен. Уникальных, конечно, очень много. Это у нас Бим. Он тоже может качать. Добывать нам железо. Подожди, а... Стальной капкан, он что у меня? Он у меня, оказывается, есть как обычный этот дракончик. Тут смотри-ка, сладкоед. Трэш какой-то. Они все, ребята, у меня тут могут добывать. Их, по идее, нужно всех прокачивать. Сбор недоступен. Тогда будет вообще все шикарно. Видишь? А я кого качаю? Ну, ты понимаешь, для чего я там качаю тех за соточку? Потому что их проще и быстрее прокачивать. Слушай, здесь не показываются эти мои драконы, ты прикинь? Короче, один из них, вот он. Это ловушка лом, уникальный. Вот так вот он выглядит. А вот второго, хоть убей, я сейчас даже и не вспомню. Короче, я двух купил. Двух себе драконов. Одного ты сейчас только что увидел, ловушка лом. А вот второго я не припомню, друзья. Возможно, когда-нибудь он нам попадется, когда мы будем с собой что-нибудь там высматривать. И он чисто случайно попадет к нам на камеру, и я вспомню о нем. Сейчас в данный момент, как говорится... Специально
ищешь, и как специально он тебе не попадется. Болельщик сардельки у меня еще есть. Ух ты. Конечно, лучше всего качать уникальных или легендарных драконов. От них, конечно, будет профитом намного больше. Ну что, мы знаем с тобой, что у нас начался новый ивент. Мы знаем, что за 8000 листьев можно получить премиум яркого ужаса. А насколько он хорош? Ну, в принципе, наверное, хорош, я думаю. Как говорится, премиум драконы плохими не бывает. Ну, а мы с тобой отправляемся на арену. Мы отправляемся на ареночку и попробуем здесь. Так, может, кого-то улучшить можно? О! Вот, видишь? Можно. Это у нас Громорог Отпрыск. Так, смотри, мы ему прокачиваем 9-ю уже ступень. Ага. А дальше говорят, извини, прокачай-ка его до 24 уровня. Тогда будет тебе продолжение. Этого вообще до 51 уровня. С тобой-то что? До 24-го. О, Штормардеис. Так, тебя... А, ты смотри. До 90 уровня мне нужно его прокачать. Только при таких условиях он дальше будет улучшаться. Так же, как от Клыка Крива. Вот же чары, а. Опа, здесь можно улучшить. Это Громовой Защитник. Он получает, ребят, 13-й левел. Слушай, ну это неплохо. 13-й левел — это уже что-то. Здесь 24-й. Здесь тоже, по-моему, 24-й, да. Ну что, давай, наверное, подеремся с тобой до первого пака вождя. А можно и два получить, в принципе, да? Какая нам разница, один или два? Два, естественно, лучше. Но и боев придется сделать больше. Так, ну что у нас тут? Ага. Громорог, Змеевик и Пристиголовый, да? Наверное, мы начнем с него именно. Потому что он фаерболами сейчас своими тут начнет поливать, как всегда. Ну ты-то что там? Эх, даже не знаю. Не будем пока так делать. Я просто хочу накопить себе на хилку. О-о-о. На хилку, да? В принципе... Нет, я лучше его шваркну. Так, ну что, ты кого будешь бомбить? Шторморез? Ну есть... О-о-о, да ты и промах. Все, парень, с тобой все ясно. С тобой мне все ясно. Так, ну что, делаем отхил? Бомбим сюда. Делаем укус. Ну что ты, Громорог? Все, здесь они не жильцы, поверь мне. Ну что они тут сделают? Да ничего. Ага. Мы с тобой захиливаемся. Уничтожаем Змеевика. Ну и остается Громорог. Так, кусанули. Что он будет делать? Ничего. Понижаем ему защиту и уничтожаем. Все. Легче пареной репы. А вот у нас и следующая битва. Так. Блин, мне почему-то захотелось Штормореза прокачать до 90 уровня. А сколько ему нужно левелов поднять до 90, а? Кто не помнит? Я вот лично не помню. Но это можно глянуть. Так. Слушай, а команда-то у них здесь такая довольно приличная. Громорог. Упс. Я почему-то именно этого и боялся. Именно этого боялся, именно это и произошло. Он уничтожил мне Штормореза, а? Жучара ты навозный. Так, сейчас будет, наверное, суператакой, да? Надо что-то с ним делать. А с ним делать только можно одно, ребята. Брать под свой контроль и все. Твою налево, но. Так. Ой-ой-ой-ой, он еще и усиливается. Он еще и усиливается. Так, кусаем. Давай, сделай супер... Нет, он не сделает супер атаку.
Блин, я его добить-то успею. А, в принципе, я могу его что? Захомутать. Уничтожай своего куриша. Ну, почти, почти уничтожил. Давай добьем. И этого тоже мы добьем. Все, четенько. Ну что у нас тут? Я смотрю, опять же, парящий прихвостень. Так, тихо. Ну, наверное, начнем именно с него, да? Так, сразу понижаем ему защиту. Так, тут у них барсик есть еще, оказывается. Так, стопы, не надо тут жарить. Окей. Но, разгулялись. Так, ну что, наверное... О, так даже будет лучше. Ну-ка. Так, еще бы ударчик, ему крышка, да? А он сейчас, наверное, сделает массовую атаку. Ну тогда извиняй. Тогда, парень, извиняй. Так, ну что, этого голубчика мы с тобой завалим. Поверь мне. Здесь нам будет намного проще с ним справиться. Давай понизим ему защиту. И кусать. Можно было бы, конечно, его приворожить, но лучше так его разберем. Ну что, добивка? Вот и все. Ну что, как ты видишь, мы с тобой добыли обычные паки, что меня совсем не радует. И пак вождя. Так, выпадает нам костолом, кревет, шипорез, крылатый ужас, ужасное чудовище, громоль, защитник. Так, дымодышащий, экзотический, барс и вепрь. Все, друзья мои. Ну что, пойдем еще за паком или не пойдем? А, ладно, давай сходим. Да, я знаю, что у меня все ячейки забиты. Тут получается, ну, три поединка нам нужно сделать, и все, ребята. И пак вождя будет у нас в кармане. Что у нас здесь? Ага. Ну что, займемся, наверное, сразу вот этим вот парнем. Я знаю, что он будет здесь делать. Свои фаерболы выпускать. Или пламя у него, да, у него пламя. В этом случае даже громобой не так страшен, как вот этот. И он уже начинает практиковать свою огненную магию. Так, ну в любом случае ему крышка. Так, криво клык сейчас его, оп, скушал. Так, ну теперь займемся уже громобоем. О, баф, баф пошел. Это не есть гуд. Это не есть гуд. Так. Ну и что-то там. Сильно атакует. Так, а этот сейчас еще что-нибудь сделает. Ох, щит. Так, хиляемся. И бомбим. Удар. Что он будет делать? Вот, как ты решил, да? Ну, тогда, в принципе, победа за нами. Все. Опачки, тройной удар, кревет и костолом. Я, наверное, начну все-таки с кревета. Хоть и костолом мне не особо здесь нравится. Я бы даже сказал, очень мне не нравится. Но кревета надо вырубать первым. Его электрический разряд, я имею в виду именно массовая атака, меня совсем не радует. Ты смотри, что творит, а? Я боюсь, мы с тобой не успеем сейчас ничего здесь. Ех, красавчик, красавчик. Ну вот, вот я этого и боялся. Да ты посмотри, как он летует, а. Блин, он еще и заблокировал способности. Ё-моё. Я не смогу хильнуться, прикинь. Так, он промахнулся. А это сейчас куда звезданет? Все. Все, ребята, это проигрыш. Это проигрыш. Чистой воды. Зелень по фиолетовому хорошо бомбит, да, я смотрю. Ай-яй-яй-яй-яй. Удвоение энергии. Да я как-то боюсь, что... Не, ну он сейчас, наверное, вырубит его с разбег. Зашибись, он не стал даже делать разбег. Все понятно. Специально, да, разыграли? Красавчики, ничего не скажешь. Так, ну здесь, наверное, будет попроще. Хотя Скалотряс и Громыль в тандеме — это не очень хорошее веселье на самом-то деле.
Сам видишь, да? Сейчас еще этот своими фаерболами начнет бомбить. А этот, наверное, еще будет защиту вешать. Блин, все время Барсика моего атакуют. Постоянно. Бедный Барсик, а. Все время ему достается. Так, ну что? Скалотряса мы с тобой бомбанули. А этот сейчас фаербол свой запиликает. Хотя мы можем хильнуться. Но все равно, по-моему, уничтожит он мне Барсика. Так, укус. Атакует Барсика. А, не, он как переключился почему-то. Не знаю, с чем это связано. Понижаем опять броню. Эх, чуть-чуть не хватило критануть. Воу. Вот это фарт, ребята, вот это фарт называется. Он, по идее, должен был уничтожить мне Барсика. Но он промахнулся по двоим драконам и попал лишь по шторморезу, да. Это найс. Мы с тобой тогда отхиливаемся и атакуем. Так, и сейчас будет добивка, судя по всему. Нет, он все-таки поставил щиты на себя. Ладно, пробиваем щиты. Все, испепелили. В этом поединке у нас с тобой Громорок, Громель и Хофер, как я погляжу. Я, наверное, начну с Хофера. Во-первых, он быстрее разбирается. Потому что этого мы припаримся бомбить. Хотя, не особо припарились бы. Только ты, не, давай вот без всяких там выкрутасов. Так, ну что, бомбанем сюда. Не добили, да? Ну, ничего страшного. Понизил мне атаку. Так, а это сейчас будет фаербол свой пулять. О, еще и повышает атаку. Не, давай, парень, вот без вот этих вот своих трюков с повышением атаки, я знаю, к чему это приведет все. Вылупляем. Так, секунду. Вот и все. Так, ну что, Громль? Ой, Громль, Громорок. Настала твоя череда. Да, Барсика мы в любом случае с тобой не спасем. Его уничтожат. Хотя, подожди, не факт. Не факт, что мне Барсика уничтожат. О, он и переключился к тому же. Ну что же, тогда давай отхиливаться. Кусаем. Щиты? Ну, исти... А, нет, он хильнулся, просто хильнулся. Но это, опять же, тебе не поможет. Давай, наверное, вот так вот все-таки. Опа. И добивка. Вот и все. Ну, вот и последний пак вождя, который мы сегодня с собой забираем. Тут у нас душитель, шипорез, шепот смерти, ужасное чудовище, костолом, громоль, защитник и, опять же, кривоклык. Все. Все паки мы с тобой получили сегодня. Так, задание мы завершили. Не забываем, что мы копим с тобой осенние листочки. 8000 нам нужно с тобой накопить. Надеюсь, это все можно будет сделать в событиях. Да. Потому что это единственный способ навариться именно этими листочками. Других вариантов я не знаю. Ну и все вроде бы, да? Да. Ну что, друзья мои, а на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.